Fashion Week – доволі знакова подія для усієї модної індустрії. Однак, як ми знаємо, що захід створюють не тільки модні фешн-покази від білоруських дизайнерів, а також гості, котрі приходять підтримати вітчизняних кутюр'є. Отже, сьогодні ми будемо детальніше знайомитися саме з гостями Білорусь Fashion Week. Очень приятно, когда, кстати, на мне надето что-то от белорусских дизайнеров. Всегда отмечают это, обращают внимание. Люди, которые делают покупки в магазине, это не те модники, которые ходят на показ. Для нас это тоже определенный такой анализ, который мы возьмем для себя за основу при подготовке следующего сезона Беларусь Fashion Week, потому что на показе мы даем предпочтение больше инфлюенсерам, людям с большим количеством подписчиков в социальных сетях, людям влиятельных, медиаперсонам. Но мое видение, что дизайнеру нужно соблюдать такой здоровый баланс. Это чтобы его показ не превратился в просто популярное городское мероприятие, обходя мимо его клиентов. Дизайнер должен ориентироваться на своих клиентов. И те люди, которые покупают его одежду, они должны быть приглашены на показ обязательно. Отже, всі фешн-інфлюенсери розсілися по своїх місцях, адже час розпочинати показ «Білорусь Fashion Week». Здравствуйте! Вас видно сразу, потому что у вас очень трендовый лук сегодня. Этот цвет такой темно-зеленый, между прочим, был самым модным на Миланской неделе моды. Расскажите немножко о вашем аутфите сегодня. Это все Балунова Fashion Design Studio, это грядущая новогодняя коллекция. То есть это, в общем-то, первый образец, еще нет в продаже, но скоро все поступит в продажу. Да. Тогда расскажите нам немножко о Балунова Fashion Design Studio. Как сейчас продвигается этот бренд на территории Беларуси? На территории Беларуси на данный момент у нас 3 магазина розничных. 2 в Минске, 1 в Бресте, откуда родом, в общем-то, бренд. Планируем дальше покорение новых городов, развитие розничной сети, интернет-магазин вовсю работает. Наша программа сейчас больше о людях, которые приходят. Я хочу сказать, что к вам пришли самые красивые гости. Расскажите немножко вот о вашей клиентуре, кто эти люди, которые носят бренд Балунова. Это женщины 18+. Это продвинутые, чувственные, разносторонние женщины, потому что в одежде Балуновой можно подобрать себе образ по настроению и особенно ярко в нем представить себя. Сегодня интересуюсь больше гостями, чем они занимаются и как они составляют гардероб под свой лайфстайл. Чем вы занимаетесь? Я журналист,
не знаю, можно сказать, наверное, в отставке, в декрете. Вот уложила маленькую дочку спать, прибежала. Как в целом подбираете гардероб для себя? В целом я люблю подбирать базовые вещи, которые между собой очень удачно миксуются. Это сейчас превалируют какие-то натуральные тона. И делать акценты благодаря аксессуарам. Обувь, сумки, головные уборы. Правила, как собрать свой образ? Например, я руководствую следующими, скажем так, следующим алгоритмом. Я беру какую-нибудь, просыпаюсь, мне хочется, например, надеть сегодня кожаные брюки. Это основа моего образа, вокруг которой я строю дальнейшие шаги свои. То есть, допустим, если это кожаные брюки, значит, что мы смотрим? Мы смотрим вверх. Это может быть рубашка, это может быть водолазка, майка. Все в зависимости от пары года. Можно многослойно сделать, можно, наоборот, утилитарно и монохромно. Потом подбирается уже под более-менее готовый образ, подбираются аксессуары и обувь. Вот такой мой алгоритм. А вы как бы записываете, запоминаете, потому что это бесплатная эксклюзивная информация прямиком с Беларуси. Эксперт, расскажи нам немножко о, в принципе, стрит-стайле в Беларуси, да? Я не имею в виду там на Беларусь Fashion Week, а, допустим, в обычной жизни, вот как люди выглядят? Ну, я хочу сказать, что Минск – это абсолютно модная столица современной Европы. У нас очень много откровенных модниц, которые в погоне за модной сумкой готовы перегрызть друг другу горло. А, как правило, приезжает несколько лимиток, и действительно, наши девушки одеваются очень хорошо. Этого сезона Беларусь Fashion Week, потому что здесь помимо модных показов можно еще пойти в поп-ап стор, например, и приобрести себе прямо вот, да, я вижу, что прямо ты так и сделала. Вот шикарное платье с поп-ап стор, белорусские дизайнеры, которые действительно уже более громко заявляют о себе, делают более модные вещи. Платье из эко-кожи в стилистике Prada. Я очень рада этой покупке. Это мое такое приобретение, которое я этой осенью не сниму. Буду носить с водолазками, с рубашками и, не знаю, еще с чем-нибудь. Я знаю, что вы очень сильно готовитесь к Миланской неделе моды. И, в принципе, у вас есть уже большой опыт, как выжить в этой большой суете, потому что это постоянно хаос. Возможно, дашь пару каких-то рекомендаций вот белорусским модникам? Обязательно, ребят, если вы едете на неделю моды или на какой-то экзибишн по вашей профильной работе, первое, что нужно сделать, это продумать удобную обувь. В нашем случае она должна быть удобной и модной, поэтому после первой недели моды, когда я побегала на каблуках 11-сантиметровых весь день, больше таких ошибок я не совершаю. И слава богу, мода сегодня очень демократична, она позволяет выбирать как мюли, допустим, мой вариант сегодня на небольшом каблуке, так и кроссовки, абсолютный хит, уже несколько сезонов, кроссовки миксуются совсем, от строгих брючных костюмов до каких-то летящих юбок. Підводячи підсумки сьогоднішнього дня, можемо сміливо заявити, що модники у Мінську вистачає. Усе найцікавіше, найтрендовіше і наймодніше дивіться у нашій програмі «ID Journal».